Студенты Крымского федерального университета взялись за лопаты. Они начали высаживать самый крупный среди российских вузов яблоневый сад. Он будет разбит по так называемой суперинтенсивной технологии. В отличие от традиционного, саженцы располагают на расстоянии не в 10 метров, а всего в 1. За рубежом такой способ давно доказал свою эффективность высокими урожаями, но в нашей стране это пока редкость. До конца следующей недели студентам и преподавателям предстоит посадить 2000 молодых яблок.